ситуация со замедлением реакционных волн занимает очень маленький кусочек этого сигнала, и она никак не влияет. В данный момент можем завершать презентацию. Код мы опубликуем чуть позже вместе с видео. Спасибо за внимание. Есть какой-нибудь пример лазерного срабатывания? Например, если мы с землей внутри слоя, то должно быть какой-то.
будет вам очень сильно благодарен, и это увеличит вероятность того, что мы сделаем что-то интересное. На цьому ми припиняємо нашу трансляцію. Будьте з нами наступного разу.